Лежит моя красотка, Маруся. Если кто-то не слышал, мы когда уезжали, отдали Марусю папе Колиному. Папа Колин живет в частном доме, в общем, где-то минут, наверное, 15 ходьбы от нас, но дело в том, что идти нужно, знаете, извилинами, то есть нет какой-то прямой дороги, там, в общем, чуть ли не через степи, туда-туда, очень много, в общем, поворотов. И вы знаете, я, когда вообще сюда приехала, мне было очень тяжело, я, наверное, запоминала дорогу около месяца. Ну, да, я очень плохо ориентируюсь в пространстве, на местности, я, в принципе, плохо запоминаю дороги, ну, вот как-то так у меня сложилось. Ну ладно, не суть. И он ее переносил в пакете или в короб. Нет, в картонной коробке, по-моему, тогда от Эйвона я ему сказала взять коробку картонную, потому что она царапается. Он, в общем, когда мы в больнице лежали, забирал ее такой, знаете, вакуумный пакет, и она мне весь порвала, и мне просто жалко этого пакета, потому что теперь в него не сложишь одежду. Ладно, не суть. Ну, в общем, она там пожила, я не знаю сколько, наверное, пару недель буквально. Она жила у них на улице, они домой ее не пускали, потому что дома кошка, а Маруся себя очень нагло ведет, ведет себя как королева, отбирает еду у той кошки. Нет, она с ней не дерется, она просто берет нагло и все, и сует свою морду в чужую тарелку и ест, а потом доедает свое. Ну, в общем, жила она, резвилась, прыгала. Папа говорил о том, что она себя чувствует прекрасно, резвится, радуется жизни, бегает, прыгает по огороду. Ну, хорошо. Потом Маруся пропала, и несколько дней вообще он не мог ее найти, ее нигде не было. Он пошел на нашу квартиру, он сюда заходил, тут выветривать, холодильник проветривать, потому что был уже неудачный опыт. И, в общем, представляете, поднимается на 5-й этаж, и наша красавица стоит у дверей нашей квартиры. Она каким-то образом нашла дорогу и пришла. Ну, в общем, ладно, он ее оставил на день, на два, но ему неудобно каждый день сюда заходить, как бы ему не по пути, а после дороги, уставший, пока приедет с города. В общем, опять он ее забрал туда, но они уже запускали Марусю нашу в дом, то есть, чтобы она не ушла, чтобы она спала дома. Ну, хватило ее на несколько дней на этот раз, не на несколько недель. И она опять ушла домой. Ну и, в общем, где-то последние 2 недели, пока мы не приехали, Маруся жила здесь дома, потому что, ну, никак она не хочет жить вне этой квартиры, несмотря на то, что действительно говорят, да, домашним животным лучше живется в частном доме и на улице им там раздолье, да, а здесь-то у нас вон 5-этажки кругом. Тем не менее, она вот или к нашей квартире сильно привязана, или она так по нам сильно заскучала. Ну, конечно, мы приехали, она тут кричала несколько часов, она просто мяукала, она бегала за нами, как заводная. В общем, сходила с ума. Это у меня здесь полотенчики. Да? Красотка моя. Красотка моя. А, когти! Когти! Давай, давай. Вот она. Ну, в общем, вот такие вот дела. Это у меня банки, я закрыла перец. Ну, ладно, это я вам потом покажу. Просто накрыла несколькими полотенчиками, чтобы там уже все подошло. Вчера еще перчик мариновала. Ну, все, мои хорошие, побежала пить чаек. Коля кашку будет кушать и пойдем в церковь сходим. Она залезла, сидит, выглядывает Колину кашу. Она хочет кашу, она уже не может. Каша пахнет молоком. Вкусно, и вот она сидит прям, я смотрю, только одна морда торчит с ушами и смотрит. Марусь, а Марусь, что мяу, ты кашу хочешь? Ну вот, видите. Так, сейчас покажу вам свой перчик. Вот так вот я закрываю первый год. У меня просто было где-то 2 килограмма перчика, 2 таких, знаете, небольших пакетика. И, в общем, думала я, что с ними делать. Замораживать не хочу, я еще подкуплю, заморожу, и у меня один пакет есть.
В общем, лечо не хочу. В общем, решила вот. Это маринованный перец называется. В общем, готовится маринад. Потом проваривается перец у меня здесь, чеснок и зелень. Все это проваривается и закатывается в банке. Маринад состоит из соли, сахара, уксуса и растительного масла. А, ну единственное, что я, знаете, от себя добавила лавровый лист и перец горошком. Ну, это когда сам маринад у меня, да, готовился. Кстати, баночки еще не остыли. Ну, это вот у меня зеленый и красненький перчик попался. Просто нарезала кольцами, получается. Перец надо было резать кольцами. Ну, где-то он развалился, а чеснок пластинками, вот он. И зелень порубить. И, в общем, из 2 килограмм у меня таких 4 баночки вышло. Это самая большая, а эти вот самые маленькие. Кстати, люблю такие банки. Пузатенькие я их называю, очень классные. Ну, в общем, не знаю, как получится, но думаю, что вкусно. Я вообще перец люблю, я его просто обожаю. И это вообще мое любимое. Поэтому вот такая вот красота. Все, вышли, сейчас с Калинкой идем. Я уже такую курточку одела, потому что у нас похолодало. Хотя люди ходят в шортах. Вот так вот. Смотрите, какие забавные. Сделали. Детки сделали. Он даже стульчик детский пристроил. Прикольно придумали. Молодцы. Кстати, дом такой старый, прям совсем. Алё, нету, я не могу, я фотик держу. А, в общем, у нас рядом с нашим домом есть парк имени генерала Дмитриева. Я там частенько вам снимала, в общем, показывала. И на территории этого парка строится церковь. Церковь строится уже несколько лет на пожертвования. И, в общем, мы когда уезжали, ну, там, знаете, как бы строительство только шло, то есть на уровне моего роста, скажем так. И вот мы приехали, когда вот закладка камня была, кирпича, на праздник. В общем, мы приехали, правда, близко не подходили, но мы издалека видели, там уже половина церкви отстроили. Так что вообще прям рада. По-моему, церковь будет новомучеников и исповедников российских, если я ничего не буду. А сейчас на церковь Георгия Победоносца. Мы туда идем, я хочу купить себе псалтирь. У меня нет псалтиря, но мне очень нравятся эти песнопения. Как-то читала в интернете. Ну, 2 псалома я знаю наизусть, которые самые, да, такие, 50-е, 90-е. Ну вот, хочу купить, чтобы у меня был псалтирь. Сейчас, надеюсь, она открыта. Церковь. Солнышко так пригревало. Все, купили, нашли. Идем домой, собираем природный материал для подделок. Листочки всякие такие красивые, сережки из деревьев. Будем что-нибудь с Калюнькой думать. Еще надо сходить в шиповник нам с тобой найти, там возле почты. Но это уже завтра сходим с нами. Вот, и сейчас, в общем, направляемся домой. Так на улице, кстати, не сильно холодно, но ветерок уже прям совсем осенний. У меня руки замерзли, если честно. Я вообще такая-то мерзлячка. Вот. Скоро буду носки теплые доставать, в носках ходить по дому. Да, сынуль? Да. Да, ну все, потопали. Домой же зарядка мигает. Бабушки. Какой бабушки? Ну, бабе Томе. А, к бабе Томе он хочет. Жай, ну поеди. 25 сентября, посмотрите, что мы нашли. Но это еще не все. Вот, посмотрите. 25 сентября. Калин, не надо, зай. Вот так вот. А вот еще цветочки. Мам, это как много солдатов. Солдатов много? Ну да. Такой вот псалтирь я купила. На русском языке. И здесь сколько? 100.